Административный суд Киева наложил вето на митинги в центре города. Столичная мэрия обратилась с просьбой запретить проведение массовых акций на площадях, а также возле зданий органов государственной власти до 7 января следующего года. Это связано с тем, что из-за беспорядков там не могут установить новогоднюю елку и новогодний рождественский городок. А мы напомним, 21 ноября Кабмин Украины приостановил процесс заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это вызвало протесты среди жителей страны, которые не прекращаются уже несколько дней.